Всем привет, моя зеленая банда, с вами Fluttergreen и добро пожаловать в новом видео. Итак, у нас тут последняя часть викингового хоррор-сериала I'm Back. И эта часть называется «Так ты, оказывается, добрая». Так что, да. Неизвестно, когда Rainbow Vika вообще его продолжит. Потому что, сами понимаете, типа, Rainbow Vika сама в комментах написала, в описании, немного продолжения нашей любимой сюжетки. У кого-нибудь есть догадки, что будет дальше? И на данный момент это последняя часть, так что... Ладно, будем ждать, хотя это навряд ли когда-то произойдет из-за того, что часть вышла аж в 2017 году, это в сентябре. Это был отличный план. Зачем ты всех убиваешь? Я в России, но лифт сорвала ты. И я сорвала лифт. И лишь по твоему приказу. Подожди, я что-то не понимаю. Ты что, их хочешь освободить, что ли? Я не понимаю, зачем ты их мучаешь? Зачем ты оказалась на их студии? Зачем ты своровала Вику и сейчас мучаешь их? Что тебе это даст? Это всего лишь игра на выживание. Что? Если это даже игра на выживание, это неправильная игра. Ты просто взяла, что тебе нужно, и убиваешь других. Зачем тебе вообще знать, зачем она мне нужна? Может, потому что я работаю на тебя? Ты просто раб и ничего больше. Тебе не обязательно знать, для чего я это все делаю. Что? Моя магия здесь не работает. Мы тоже! Освободите кто-нибудь нас отсюда! Чья-то магия сработала? Почему мы так мягко приземлились? Мы все сдохли? Что это? Что с тобой, Кэт? Я пытаюсь проверить, живы мы или нет. Кажется, что нет. Не знаю, как вы, а лично я пойду искать, где тут выход. Мне кажется, Кэтрин плохо. Нам всем тут плохо, позволь сказать! Ну да. Чего? Спокойно. Я сейчас не из тех, которые готовы вас тупо убить. Можете радоваться жизни, я спасла вас. Ты нас сюда отправила, ты нас тут чуть ли не убила, и теперь ты такая вся лапочка спасаешь нас. Вали отсюда нафиг, сами выберемся без тебя. Хотя бы с освобождением скажем спасибо тебе. Послушай сюда, или ты выходишь отсюда со мной, или ты продолжаешь здесь несколько лет сидеть в этом тупом лифте. Выбирай быстрее, время ограничено. Думаешь, после этого я тебе поверю и буду слушаться, да? Думаешь, я как собачка буду тебя слушаться, да? Ребят, ну давайте уже ей поверим. Да я уже знаю, почему ты хочешь ей верить. Молчи. Лично я за нее. Я не хочу идти с этой сьюхой куда-нибудь. Да я тупее вас в жизни не видела. Если вы хотите увидеть свет, то вам всем сейчас придется пойти вместе со мной. И тогда, уж поверьте мне, вы сможете выйти из этого лифта. Может, вам еще раз повторить? Подождите-ка, почему ты нас спасаешь? Да, неизвестно. Да, окей, такая вот коротенькая часть. Ну, интересно, кто-то даже смотрит это в данный момент, типа, в последнее время. То чувство, когда персови ты не знаешь, кто есть кто. Где продолжение 3 дня назад? Где прода? Продолжи этот сериал, пожалуйста, сделай 7-ю часть. Где прода? Короче, постоянно в 2020 году столько людей просят продолжения. Так что, в принципе, есть надежда, что что-то может и произойти. Ладно, всем удачи и всем пока, ребят. Я с вами Flutter был. Всем удачи, всем пока.